Бронза бразильской пробы. Молодежная сборная России по волейболу заняла 3-е место на чемпионате мира среди игроков в возрасте до 23 лет. К этому успеху нашу дружину привел ярославский наставник Сергей Шляпников. В матче за бронзу россияне победили сборную Болгарии 3-1, разгромив соперников в 4-м сете и не дав им шанса довести дело до тайбрейка. Сергей Шляпников после турнира заявил, что бронза – хороший результат для нашей молодежки. Ряд ее игроков, сказал Шляпников, могут пробиться в основной состав национальной волейбольной команды. Напомним, что бронзу чемпионата мира в составе сборной России выиграли 2 волейболиста клуба «Ярославич» – связующий Игорь Тисевич и доигровщик Егор Лагунов.